Окей, окей, пацаны, готовитесь, я сейчас буду. Быть неудачник. О, робопес, робопес, это робопес! Ебать, там война, конечно. Просто, значит, на чистом поле, блядь, пиздится. И никто не стреляет в пилота, блядь. Ебать, дураки. Ебать, нубы играют, конечно. О, они это в ролике, нихуя! Я думал... Погоди, это теперь канон? Типа это канонично теперь? Нихуя себе! Да, блять, они на такси пытаются уехать трехколесно, блять! Тысяча 50 покинула чат. Мне кажется, и 1060 уже покинула чат. Battlefield 2042. Геймплей ревил 13 июня. Блять, а нахуя мы это смотрели? Окей, гайс, это исторический стрим. Готовьтесь. Надеюсь, что ваши задницы готовы. Понимаете, есть такая проблема. То, что мир уже не будет прежним после этой презентации. Реальфа геймплей. Захвачено на карте 128 человек! Спасибо! Фил выебал, не доставали чай. Фил даже не появился! Ебать, крюк! Спасибо за фон, Твиче. Ебать, 128 человек на карте! Спасибо за 300 рублей. Заряжаю на префайре. Да! Тут 28 человек. Вот это стрелялка. Вот это я понимаю. Можно на ходу менять, блядь. Можно, блядь. Ебануться, пацаны. Вступите в новую эру. Охуеть. Xbox Series XS 22 октября. Боже, как же это охуенно. Вот это стрелялка. Самая базовая, мейнстримовая музыка, самая безобидная. Как будто эту презентацию делал какой-то искусственный интеллект корпоративный.
Просто вот поэтому я ненавижу Electronic Arts. Electronic Arts — это бездушная компания, которая, судя по всему, руководит какой-то искусственный интеллект патриотов. Это максимально бездушная компания. Мне очень жаль, что под этой компанией находится Battlefield. Не-не, серьезно, вот просто послушайте эту музыку, вслушайтесь в нее. Эта музыка действительно просто как будто была создана, чтобы быть самой безобидной и... как это сказать? Максимально не затрагивающей ничего музыкой. Она меня так бесит. Это просто музыка, но она меня уже бесит перед этой презентацией. Просто вспоминая, как выглядят там руководители Electronic Arts, как, о чем они говорят там после всех этих интервью перед Battlefield 5. Блять, я так ненавижу Electronic Arts. Это действительно музыка, которую ты уже где-то слышал, но ты не знаешь где, потому что ты слышал ее везде, потому что она вся одинаковая, блять. Это самая пресная хуйня на свете. Я просто ненавижу Electronic Arts, простите. Я просто терпеть не могу Electronic Arts. У меня есть такая проблема. Я просто их ненавижу. У меня есть старые обиды на этих ребят за Titanfall, там, за Dead Space, за Command and Conquer, за Mirror's Edge. За многие игры, да, у меня есть проблемы с ними. А, вот есть русскоязычный... Блять, трансляция ВКонтакте, вы рофлите, блять! Трансляция ВКонтакте, блять! Все нормальные страны, там, YouTube, Twitch... Россия ВКонтакте, бля. Ай, бля. ВКонтакте. Я звук на максимум поставил, если что. Что-то русская трансляция вообще как будто без звука, блядь. Погодите. Русская трансляция и звук на ноль, блядь, забей. Я обожаю это... Ой, блядь, нет, в пизду! Love that video. What's up, everyone? I'm Alex Ackerman. And I'm Andy McNamara. Официальный перевод Electronic Arts. Concert for cows. That's gotta be a first, but probably my favorite way to open a show ever. Бля, короче, я убавлю сейчас звук, они сейчас будут пиздеть про то, что у нас новейшее расширение для Sims 4 и отчет, и еще один отчет 14. Блять, люди. Пока люди ждут 14 минут, им пихают... Они уже ждали 3 часа, и теперь людям пихают ебучее дополнение для Sims 4. Вот вы думали, я просто так пиздел на Electronic Arts? Вы думали, я преувеличивал, да, что Electronic Arts уебаны? А вот это что такое, сука? Вы думали, я, наверное, просто баящу вас, да? Пиздец просто. Русская озвучка? Вы точно хотите русскую озвучку? Только одна истинная королева, которая следит за этим. Когда ребенок достигает совершеннолетия, этот кубик должен быть брошен только раз. И тем самым он определит его судьбу навеки. Днем рождения. Будь благодарна, дитя, за то, что сама королева пришла сюда в этот особенный день. Бля, слышу кости, слюну в ее рту. Она так близко к микрофону. Ты будешь жить с нами? Тебе посчастливилось? Нечетное. Держись, нечетное. Но где это место? Прекрати меня убивать. Ты жива, я жива. Глупый ребенок, вернись.
Будь осторожна. Мы на неизведанной территории. Разве вы не слышали сказки на ночь? Мы далеко от одного города. Игральные кости. Уже много лет не видел настоящих костей. От меня ожидают чего-то важного. Ты ничего не знаешь. Мой черед. Скажи мне, где моя сестра? Ведьма. Нечетная. Где ты? Это официальная озвучка. Я иду за тобой, сестренка. Нечетная. Нечетная. Короче, блять, Electronic Arts Россия. Вы не можете просто субтитры сделать? Вы все равно записали эту презентацию заранее. Нельзя субтитры сделать, блять, ебланы. Electronic Cringe, блять. Окей. Окей. Нормал. Поехали. Coming to you from Los Angeles, California. This из Лос-Анджелеса, Калифорния, Electronic Arts Play Live 2021. Я суперстар WWE Austin Creed, и у нас для вас удивительное шоу. У нас будет геймплей, удивительные первые взгляды. И вот еще экспириенсы с Battlefield вам покажем. Они даже мне не дают это рассказывать. Зашел на стрим, пока в Густане тех работы. А тут кримш на кримже. А! А еще будут секретные коды на трансляции, чтобы от Logitech всякую хуйню получать. Окей. Okay. Все ждут Battlefield, они такие. Вы, наверное, хотели посмотреть гонки? Вы, наверное, гонки пришли посмотреть, да? Ну давайте вам покажем гонки. Какие-то клоун-хваты. Момент, которого вы ждали. О, наконец-то! 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 Вы знаете, что Battlefield вернулся? Battlefield вернулся! Battlefield вернулся! Battlefield! Там даже торнадо есть! И мы показываем новый опыт. Но те, кто еще не видели ничего, посмотрите, чего вы не увидели. Блин, они показывают реакции стримеров на трейлер. О, это так охуенно! Пиздец, смотри, там танк! Нихуя! Смотри, там этот момент еще раз! О, блин! Да. Блин! Да показали того чела, который чуть не умер, блядь! Вау, он типа самолет, другой самолет убил. Вот, мы надеемся, что вам нравится, что вы видели про Battlefield. Но это только начало, у нас столько всего, что можем вам показать. Battlefield 2042. Там есть три огромных опыта. Сначала, конечно же, захват, который мы вам показывали. Второе... это Hazard Zone, который мы покажем вам позже в этом году. И теперь новый Community Experience. Сегодня мы покажем.
который делали наши друзья из Triple Effect в Dice LA. Это для наших старых друзей. Мы хотели это сделать больше, чем 10 лет. О, 19-11? Чё за... О, это оружие из всех батлфилдов. О, это Battlefield 3. Это так, Каспийская граница. Блять, это... О, это карта из Bad Company 2, какая она охуенная. Чё? Чего, блять? Чего, чел из Второй мировой Bad Company 2? Чё? Ооо, ха-ха-ха, Вальпараиса, там маяк. А, типа это наводится, нихуя. Блять, бои на дефибрилляторах против ножей, вы серьезно? Бля, что за хуйня? Твое поле боя. Ебать, это круто. Твои правила. Хе-хе-хе-хе. Ой, вот немцы подбили. Battlefield Portal. Измени правила войны. Только Battlefield 2042. Это выглядит удивительно. Столько всяких сумасшедших вещей, которые происходят. Ножи против дефибрилляторов. У меня столько вопросов. Давайте вызовем эксперта. Welcome, Christian. Hey, Austin. Thanks for having me. Super excited to be here. Of course. Thank you for being here. Now, that trailer absolutely ridiculous. Like, what the hell did we just see? So what you just saw was the Battlefield Portal. It's a new Это Battlefield Portal. Это новый экспириенс, который даст игрокам возможность создавать собственное поле боя. Там Bad Company 2, Battlefield 1942, Battlefield 3, Battlefield 2042, чтобы создать удивительные новые режимы. И ты можешь находить их там. Это только то, что будет на запуске. Это просто любовное письмо нашим фанатам от нашей креативной команды. Машины, гаджеты, оружие и карты. Каспийская граница, Арика Харбор, Эл-Аламейн. Ой, это моя любимая карта. О, Нашар Канал. Вальпараиса. И, конечно же, все 7 новых карт, которые были анонсированы для 2042. Это очень круто, это очень круто. Но это больше, чем просто карты. Портал — это шанс для... Так, там очень много кастомизации. И даже специальный редактор. О, специальный редактор, типа как у разработчиков, можно будет свои собственные режимы делать, нихуя.
А что там можно делать вообще в этом портале? А можно ли выбрать Вторую мировую против 2042? А что насчет режимов? Можно ли сделать инфекшн? Типа, где я против очень быстрых солдат с ножами. Можно ли сделать режим со снайперками и дробовиками со всей истории? Можно ли поиграть как пингвин с огнеметом? Нет, нельзя. Есть определенные ограничения. Ты не можешь изменять карты, и ты не можешь играть как пингвин с огнеметом. Но там много будет, с чем можно поиграть. Бля, прикольно будет со зрителями собираться в этой хуйне. Но игра дорогая. Мне это нравится, они прям как Halo делают. В Halo же тоже есть Forge, где можно типа разные карты делать пиздато. In fact, we gave a sneak peek to a few members of the community to see what they could come up with. Oh, okay. I assume my invitation got lost in the mail, but that's fine. That's fine. Let's check it out. Давайте посмотрим, что сделали фанаты, которым мы раздали возможности. This is VIP Fiesta by Courage. VIP Fiesta? It's the US factions of Battlefield 3 and Bad Company 2 facing off on Arica Harbor with 24 players. And random loadouts. А, это два... And you'll redeploy with an all-new loadout. А, то есть это ты каждый раз возрождаешься с новым лоудаутом. Or bring the power of 2042 to Caspian border and take on the forces of 1942. Каспийская граница 2042 против 1942. То есть, типа, чел из 2042 года против большой команды, небольшой сквад 2042, сражается против 32 игроков из 1942. У будущего есть больше специальных возможностей, но у прошлого есть численность. Недостаточно мемов. Orbital. Custom TDM. 20 игроков против одного. 20 дронов против одного танка. Блять, это так тупо. Come on, dude. Robot man, what? This looks so much fun, but I need to know. Just pretend like the cameras aren't here. Just me and you. Who's redacted? Can't tell you that, sorry. But what I can tell you is that we're so excited for the players to create or simply discover their favorite new way to play Battlefield. And we can't wait to explore and try out the thousands of experiences our community will build once they have the tools in their hands. Yeah, можно делать любые режимы, это довольно круто, мне кажется. Это очень круто. Портал будет доступен прямо на релизе. И будет много режимов, которые будут созданы заранее. Это круто, но перед тем, как вы пойдете, мне хочется решить точно. То есть, кроме того, что все было анонсировано, мы дополнительно получаем контент с 1942, Bad Company 2 и Battlefield 3, то есть самыми лучшими картами всех времен, и все это может быть смешано. И у нас, кроме этого, еще будет Hazard Zone в этом году? Да, это то, что я тебе говорю. Если ты всегда был фанатом или никогда не играл раньше в Battlefield, мы хотим, чтобы Battlefield 2042 был уникальным экспириенсом Battlefield. Самым лучшим. Спасибо, спасибо. Увидимся в Battlefield. Но то, что Battlefield показали, это охуенно. То есть, были многие люди, которые говорили, то, что Battlefield всего 7 карт на старте, это пиздец мало, вся хуйня. Чуть, ну, это вообще не стоит своих денег. И тут они показывают, что действительно будет огромная песочница с старыми картами, оружием и все это на запуске. Вот. А насчет Battlefield реально, вот то, что там будет еще 6 карт из старых частей, там все оружие, техника, прочее, этот конструктор, с которым будет целый браузер, где можно будет и создавать самому, и играть в другие режимы. А,
7 новых карт будет огромного масштаба, и будет еще 6 старых карт, на которых можно делать абсолютно любые режимы. Мне кажется, что это просто бесконечные возможности для пиздатого геймплея. И помимо этого будет еще Hazard Zone. Я думал, что там Hazard Zone сегодня покажут, но, видимо, блядь, нет. Я бы хотел, чтобы Hazard Zone сегодня показали, но, видимо, они хотят сохранить интригу, что есть еще какой-то режим. То есть, в принципе, по контентному наполнению Battlefield 2042, ну, выглядит довольно нормально. То есть, конечно, нет синглплеер-компании, но, блядь, признайтесь честно, кому нахуй нужна синглплеер-компания, блядь, в ебучем Battlefield. Мне Battlefield 5, если честно, ее хватило.